Начинаем новую серию. Пришел самоблок с город Тольятти. АВТ-шная на 9 килограмм при натяга. Получили. Сейчас на склад придем, заберем. Поедем устанавливать. Будем тестить. Давайте, не забудьте подписаться, поставить лайки. Поддержите мой канал. Доставка груза 300 рублей с Тольятти до Оренбурга. Эту букву оторвали, я читаю Тор, думаю, что за город такой. Да. Так, ну что, визуально целый, весь запакованный. Все, погнали устанавливать. Давайте вскроем, посмотрим. Так, смотрите, дифференциал повышенного трения. Преднатяг 9 килограмм. Что он из себя представляет? Сейчас достанем, посмотрим. Сколько тут бумаги-то? Ох. Так, ну вот это вот и есть дифференциал. Но не буду доставать, он в масле. Сюда полуось входит. Сюда полуось входит. 8500. Плюс доставка 300 рублей. Ну, короче говоря, 9000 в среднем получилось. Ладно, дальше скрывать не буду, неохота пачкаться. Погнали. Что, едем устанавливать самоблок. Обратился к официальному дилеру. Они самоблоки не ставят. Поэтому едем в частный сектор, в гаражи. Будем там устанавливать самоблок. Так что все, гоним, гоним. Небольшая реклама сервиса, автосервис. Телефон 22 46 97. Вот что они предлагают, звоните. Так, ребята, приехал к Михаилу, сервис. 31-я линия, дом 13-й. Сейчас машину поднимаем, разбираем и начнем устанавливать. Весь процесс мы оценим и все для вас предоставим, покажем. Вот такой вот сервис. Михаил, а что вы, чем вы здесь вообще занимаетесь? Что помимо всего? Ремонт ходовой автоэлектрики. Двигатели, сцепление, коробки. А вы работаете каждый день? Каждый день с 9 до 6. А выходные у вас? Без выходных. Без выходных. Так что приезжайте, смотрите. Ну, сейчас посмотрим, установят. Сами будете, как говорится, видеть. Все, поехали. Ребят, сейчас снимем барабаны. Он стоял. Угу. Потому что человек выезжает, а у меня вибрации не было. Угу. А вот сейчас появилось. Чтобы таких вопросов не было, конечно, лучше мерку поставить. Ну, гвоздиком, шерсть. Может не выйти. Да он вроде тяги-то соединил. Смотрите, менял масло 10 тысяч назад. На машине 13 тысяч пробега. Вот поменял, пудра все равно остается. Видите? Это такая мелкая металлическая стружка, условно говоря. Поэтому масла меняйте чаще. Так, полуось вытащили. Полуось выглядит она таким видом.
шлицы. 10 тысяч пробега. Все в норме. Все нормально пока. Вот вообще легко вышло. Полуось. Чулок. Видно, нет? Вот так вот выглядит. Все, снимаем сейчас. Так, вот смотрите, Михаил, вот видите,
все протирает, все делает по уму. Так что рекомендую, приезжайте. Человек делает нормально. Все чистенько. Так, здесь идет герметик заводской. Все убрали. Потом нанесем новый герметик. Все закрутим, все будет отлично у нас. Так все ровненько. Ведомую шестерню к самоблоку прикрутили. Сейчас собираем. Самоблок установили, регулировку произвели. Все у нас работает. Все, сейчас Михаил нам установит его. Масло зальем и поедем. Наносим герметик, чтобы масло у нас не текло. Прижмем. Все будет у нас отлично. Ну что, самоблок берем. Идем, устанавливаем на место. Все в обратном порядке. Собираем, закручиваем, заливаем масло. Герметик нанесли, устанавливаем, притягиваем. Пол машины разобрали, чтобы установить самоблок. В обратном порядке, полуоси. Серега на ютубе, если будет фиг. Да, очень удобно, все правильно. Чем потом через пробки заливать. Тут литр 200, по-моему, да? Купил две канистры. Такое вот масло. Зальем. Километров 100-200 прокатнемся. Потом заменим на другое масло. Все, масло залили. Вторую полуось засовываем. Монтируем. На все у нас ушло примерно 2,5 часа. Это я заехал, машину разобрали, установили самоблок, отрегулировали и собрали машину. Сейчас мы заканчиваем собирать автомобиль примерно 2,5 часа. Вот примерно по времени, чтобы знали, сколько времени нужно для того, чтобы установить самоблок. Небольшая реклама сервиса «Автосервис». Телефон 22-46-97. Вот что они предлагают. Звоните. Наше посещение здесь заканчивается. Устанавливаем последнюю деталь, так сказать, колесо. Машину полностью собрали, масло залили. Поедем пробовать. Приезжайте в сервис. Рекламку я вам там показал. Номер телефона, предварительная запись. Вот Михаил. Спасибо ему. Все. Первые впечатления езды на самоблоке пока нет никаких. Еду пока спокойно по асфальту. Вот. Что будет интересное, отсниму. Еду по асфальту на скорости. Редуктор задний не гудит. То есть регулировку сделали нормально. Надеюсь, что так оно и будет. Что со временем, чтобы я, как говорится, не пожалел о том, что я его установил. Сейчас заеду на автодром, покатаюсь на горочке, посмотрю, как оно хоть работает, чтобы почувствовать. Пока я ничего не чувствую. Еду как на обычной машине. Сейчас должно получиться так. То есть, если я буду включать дифференциал, то у меня два колеса крутили жестко. А так должно получиться три колеса. Задние и передние. Короче, мне не терпится, заехал в снег попробовать, включил первую пониженную, вот, как она едет, вроде пока как бы так же. Что-то
читал инструкцию, там вроде написано, что должно щелкать. Вроде как бы ничего не щелкает. Ну, по снегу вот еду пока без проблем. Не знаю. Пока все нормально. Пока все нормально. Тесты дальше покажут. На эту горочку мы недавно катались. И у меня была проблема заехать. Я включал дифференциал. Сейчас просто на первой пониженной. Блин, она просто едет. Никаких напрягов вообще нету. Вот, чуть-чуть газ даю, и она едет. Возможно, даже какие-то улучшения есть, конечно. Так что первый тест мой мне пока понравился.